Добрый вечер. На самом-то деле, со времени нашего последнего включения на Майдане значительно меньше стало людей, активистов. То есть, если час назад еще здесь было несколько тысяч человек, то сейчас, ну, несколько сотен. Событие, которое произошло за это время, в какой-то момент Майдан разделился на две части. Прямо на Крещатике подъехало несколько автомобилей автомайдана, на одном из которых была установлена импровизированная сцена, и какое-то время там происходил, ну, скажем так, свой Майдан, к ним подошло несколько сотен человек. Автомайдановцы сказали, что их предали, что они хотели выступить вот здесь, возле стелы, но им просто не дали слова, и поэтому, вот, собственно говоря, они провели свой импровизированный Майдан. Продолжаются выступления, выступают активисты, выступают артисты. Тут были и иностранные гости, в частности, депутаты польского Сейма, один из которых сказал, что Майдан Украина показала, что является сердцем Европы, и Европа не должна забывать о своем сердце. Что говорят простые люди? Ну, собственно говоря, они пришли сюда, чтобы вспомнить, как это все начиналось. Они верят, что все-таки Майдан вот добьется тех целей, которые ставил перед собой. Студия.